Спасибо. Окей, let's go. Есть кто на замену Санги? Что? Да, ну на твою замену кто-то есть? Типа, ну, ты не значащее лицо, которое там... Я ради зайду. А тогда Ро так Ро. Надо что? Пробовать. Да не Ро. Это шутка. Всё. Рыбу не ел. Кидай обмен эмобой на фласку. Готовность на пол. Если есть эсэсы, закастуй один вьюи. Женек. На мне есть. Куда этот пошел, черт, блин? Черт. Чек поступим. Запускаем. Он запускается 30 секунд. Неужели прибыли наконец? Давайте, давайте, поднажмите. Чуть-чуть не хватает. Женька, ты там тоже его подсейвай, соло с окрутом и так далее. Коля, спроси, когда нет сейвов, тупо под сейвом все время находить. Там две массакры есть, дубы есть, есть четыре соло сокры. Поэтому проси всегда что-то. Я уже с вами схожу. Санечка, давай. Приготовьтесь, скоро будет. Берегитесь. Троянский. Показал, вот сейчас показал. Берегитесь. Локачи. Диспал, хорошо. Ну, а перепрыгнул. Еще будет сейчас чумадно, там просто перепрыгнул на него. Приготовились мы носить. Дексиона. Через секунду чума приготовить. Майлик. Пока че прохильте. Не потеряйте. Три процента. Можно успеть. Только лист без центра, мы сразу туда. Привыкайтесь к этому. Все, побежали. Можно уже бежать. Урон все равно. Я завис, Майлик. А пока Алтора завис. И Мобой завис тоже, я так понимаю, да? Пиздец. Там много кто завис, видимо. Пали, что сказать, диван раскинули. Сделаем еще один драйв. Саня, мне уже все. Не понял.
На X5 было, да? Скотина. Давай, мы не доделали даже его сами. Это у нас последний трайв и 5 трайв, Сань, ну ты говори конкретно, пожалуйста. Так потом войн будет дальше. Давай нормально тронем до третьей фазы и все. Давай, один. Сейчас зависли. У меня есть еще просто время, мне надо 16:30 выйти. Я просто сделал расчет на то, что мы сделаем хотя бы до второй фазы, дойдем. Туда был бы последний. Так? Замените людей, которые не могут, либо пойдем в меньшее количество людей. Ну, мы ничего тут не получится. Все, давай, ну, реально, последний трайв будем. Если нет, все, сейчас нормально было. Реально, я боюсь, последний трайв. Во, я вылетел. Ну, это не моя проблема, значит, надо решать все эту проблему. Или уходить на замену тогда на этого босса. Ты здесь вайпаешь тогда всех, Джан. Блин, ну Юра, некого, давай один трай, да еще и погнали. Или надо прям бежать? Пиши быстрее, да? Нет, да. О, меня тоже выкинуло. Давай, сейчас. Версия клиента устарела. Ну я как-то обновляю 10. Хуйня, блядь. 10 метров обновите и заходите. Сейчас никого кинуть не будет. Ходи, нам ЛМ нужен, у нас ДПСа нет. Ну, сейчас 2 минуты, у меня клиент на работе обновится. Я зайду. Кастеры все ушли вниз. ДПС. Ну, Джан хочет поменяться. Вот Джан вместо уйдет, вместо Ламура. Давай заходи, Джан. Долго подъезжаем. А за Синдру ЕП не начисляли или начисляли? Да. Да, принимай число. Тебя кикнули, потому что ты не мог в данный момент быть на боссе. Я всех кикнул, кто не мог быть. Женя, ну что, заходит? Да, код авторизации ввожу. Секундочку. Да, у меня пол экрана прогрузилось, пол нет. Какой-то бред, да, остался? Что-то, что они делают? Не знаю, они, может, печь ремонтировать. Я загружаюсь, ребят. А я подвис. Да они же там какую-то обнову для X2 заливают. Может, Т6? Нет, не Т6, тринки. А да, 277-е тринки. А, сундуки. Да. Ну, я читал. Прикольно. Докачался, тринку в одну открыл. Стопудов. Волю получил, правда. Так был волю. Какую-нибудь призму получил и кайф. А там чешка есть? Да. Есть? Ну, да. 277 метров. Да, еще и я. 84-х там нет, только обычная чешка, если. 80-х, я не увидел. Там, короче, в Дискорде можно почитать, что там есть. Там миниатюрное погонище можно полутать, блядь. Геростки. Да ёб, что мы вон. Так долго. Загружаем. Тайм бэк. Но на мелче, если что.
О, Синдру убили? ГЦ, ГЦ. Да, надо этот, возможно, будет ДРЛить кому-то. У меня последний трай. Ну, могу ДРЛить, да. Если все останутся. Ну, надеюсь, что хотя бы кто-то останутся. У меня есть желание, я хочу... Да, надо. Да, вообще, просто убрать пару моментов, которых мы вздыхаем. Это пару трай. Кто не пришел? Тактику все объяснил? Да. Я спереди еще забыл. А мы еще, знаешь, до третьей фазы не доживали. Неизвестно, что на третьей фазе будет. Третья фаза самая легкая. Вторая самая сложная. Во вторую мы почти 4% оставили, не дошли до третьей фазы. Да. Это... Танков не прохилили. Там надо было просто валить, бросить и добить босса. Надо было танков прохилить. У нас одного шотного, второго шотного. Третья фаза, она такая же, как вторая, только без валик. Ну, чуть-чуть там духи еще. Я уже объяснил, что там отличается. Да все. Короче, хуйня. Проще намного. Не лобаем. Сейчас, 5 секунд. Ну, прям, либо. У меня из рейда кикнули, так? Да, ты сказал, что не можешь быть пока. Окей. Я всех кикнул, кого никто не может быть. Интересная игра. Нажимаешь выйти из игры, она не выходит. Спасибо, Сирус. Что, блядь, в плену? В плену Сируса, да? Так, да. А чё, когда у нас следующая неделя ЦЛК планирует? Пятница. Пятница? Да. Я там тоже. Ой, вообще блин. Отлично, у меня выходной как. Завтра ЕВК? Да. Да, пожалуйста, ничего вроде долго. Сосуна набухался. Как всегда. Он ничего не меняется. А кому плюсовать, ребят, подскажите? Просто. У нас еще РЛ это офнутый, ждем РЛ. Он не напускает. У нас троянский так-то РЛ. Ну. Я? А. Б. Дайте его. Да, до сих пор буду. Вань, заходи, короче, ты. Иди, сделай трай. Лидер. Не знаю, у меня просто игра грузается. Слышишь, Саня, пока ты не ушел, как это работает? Если челик уходит куда-то на работу и сидит на замене, он ЕП получает за убитых боссов? Типа, или его спамят за кик? Нет, кикает. Вот Джанг сейчас где? Он в игре или где? Джанг, он в игре. Так, если у него есть возможность зайти, когда вы его просите, тогда... Он пишет, я тут, он. Ну, а, что значит, он тут. А остальные Лария, там Хики, где они все в Раск. Хики, ну, типа, тоже может зайти, но по факту он же не может зайти, потому что у него глюч. Ну, но он же здесь. Мне, по идее, не надо. Я могу зайти. Я тоже... же не могу заменить, зачем мне читать? Нет, ты как бы можешь, это тоже. Но просто толку от такой замены. Поэтому нормально все. Экстрик тоже здесь. Поэтому... Я кикнул только тех, кто не может по факту зайти вообще никак, а остальные как-то могут зайти. Так, нужен один челик вместо Сани ДПСера. Кто пойдет? Джанг, Лария? Саня, я ушел мне это время. Ралю зви, либо Джанг. Все, я, короче, пошел, разберете с вами. Пока. Это кто ушел? Кто ушел? Это Юр. Ренессанс. Так, кто пойдет? Джанг, Лария и... Женя зашел в ДИС. Женя. Тут Евала. Я?
который скинули. Я уже ухожу, Оль. Так, я у меня есть время поесть, а поем. Да, я сейчас с тобой. Ладно, ну, что разберется. А кто будет заходить? Вот кому сейчас скажешь зайти, тот и зайдет. Рария, Рейд. Можешь? Ивария. Я могу. Давай в Раска заходи. Ивария. И в Раска тоже в Рейд. А Ивария вместо кого пойдет? В Акате готов. Мне заходить или не заходить? Сейчас, погоди, в Акате ты где? Я вышел, потому что у меня фласк там сел. Ну, все, фул, тогда заходи. Ураска, заходи. Ставьте шкаф. Че, ты рейд будешь или кто-то там еще хотел? Мавар, по-моему. Мавар, еще эти тоже ассисты, да? В смысле рейлить? Я вообще ничего не знаю. А, или я перепутал голоса чьи-то. У нас Ваня, Ваня. Войда, Ваня. Войда, Ваня. Два Воя, блядь. В Раска, в Акате заходите, шкаф стоит. Да, 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 я захожу. Тыкайте на шум. Давайте на этой неделе его освоим, выебем ему мозга этому. Ребят, я не знаю, как вы к этому относитесь, но я максимально позитивно и нормально отношусь к тому, то, что если человек растерялся, у него там подлагивает, и на нем осквернёнка, легче ему просто спрыгнуть. Хуёво отношусь. Зачем ему спрыгивать, когда рядом с ним вообще в априори никого быть не должно? Если ты растерялся, ты спрыгнуть не сможешь, скажем так. Так что... А если до края 20 метров, как ты прыгать будешь? Его? Просто прыгать в осквернёнке. Просто на месте, да? Так чё, в Акате заходи, а в Раске чё, ты грузишься или чё? Да, да, грузится. Там кто-то есть в рейде, кто масло сделать может? Да, в Реге есть. В Реге есть. Ну, что, остался вот в Акате. Вот за шкафа, в пятую ячейку закинул, там кто может раздать. Кстати, у меня пишет клиент устарел. Да похуй, красными главное, что не пишет, что выкинет, похуй, забей. Ну, если не пишет, пишет. А. Ну, обновляй. Закрывай игру, закрывай лаунчер, открывай лаунчер. Я уже все делаю. 9 метров там будет. Кому там что сделать надо? Жена места и только это, ребут клиента. Понимаешь? У кого есть ДБМ нормальный, блядь, или ссылка, и, или вот сайты, которые сирусовские, там нормальный ДБМ? Типа меня заебало, эта хуйня пишет, у вас ДБМ устарел сильно, типа, и не дает настройки зайти. У всех такая хуйня или что, блядь? Нет, я захожу в настройки, я убрал лишнее себе. Так откуда лучше ДБМ скачать, сайт или откуда? Я какой-то адмирал качал с этого, с форума. Ладно, похуй. Блять, в Акате тут? Значит, в Акате не тут. Он что-то говорил, фласка тикает, да? Хочет фласку себе на завтра надалеке ставить. Гиперэкономный. Жанг тут? Экономно это всю гильдию алхимию заставить выкачать. Это экономно будет. Короче... Джанг, давай в рейд. То я тут. В Акате был протопалом, нахуй, так что тебе танчить придется. ГЦ, блядь. А кто там фласку сделает, это кто? Тыкайте на свой. Малар. Фласку или масло? Масло, масло. Малар. И РДД что? Женек, апокалипс есть?
танка. Я узлы шкафа дальнего края. Не, у покала нету. Да тебе проще, ты хоть знаешь, что делать, блядь. И релить проще будет. Ладно. Ну, Мавар знает. Протовар Enjoyer, ну или че, поехали. Ну так, трэш изи, Вальку застанет, и все. Бегаешь и богам торгуешь. У кого там на ДД фаски, дайте. На ДД давайте кадами обмен. Кадами, да? И рыбу ставьте, и жрать пора, и сейчас пулять будет. Кому еще за фласками? РДД фласки есть у кого? РДД? Войду, да, обмен. Звезде. Ставьте рыбу. Короче, РДД зона бегает за звездочкой, или зона бегает. Короче, за мной будете бегать, блядь. Метку поставлю. Вот так, на всякий случай, чтобы вы не терялись. Сквернение, все остальное по ноншу, хилы, надеюсь, вы выхиливаете заражение. И оно с темных не надо будет. Дальше, чему буду анонсить, чему подбегаете, самый... она диспарится на ближнего человека. То есть ближе всех должен быть моб к вам. Можете вообще оффрейм моба сбегать и диспариться. Хилы, у вас 5 секунд, чтобы задиспелить. Если вы видите, что вы не успеваете, ну, чел не успевает добежать, диспелите на похуй. То Сапсуна. Есть, даже если он рядом, не рядом с мобом, вы его все равно диспелите. Хорошо. Запускаем. Дальше. Вторая фаза. Похуй плюс похуй. Ваша задача тупо повыносить осквернение. Надеюсь, Саня объяснил, как вальки уносят. И все это поняли. Второй раз объяснять не хочу. И третья фаза, все что будет, это будет куча духов. Ваша задача, заполнились духи, вы бежали в центр, где стоит желтый маркер. В центре стоите, ждете, пока на кого-то кинуло осквернение. Осквернение пошло, чье с осквернением бежит к духам. Ну, в сторону духов. Или в сторону трона. Остальные все побежали в противоположную сторону от духов. Встали на край. Жду следующих, ну, следующей пачки духов и поехали по новой. И все, это будет вся последняя фаза. Массейвы по анонсу. Только что с FPS-ами, я не пойму, блять. 12 кадров, ебаный рот. Вот здесь такая херня. Ебучий Сирус. Рот, ты очень пых. Берегитесь. Чума приготовили. Кто я? Спал. Марсес побежал. Берегитесь. Не станьте вурдалаков, это хуёво кончится. Дайте мне просто их позабирать. И не бейте ебучих шаркарей. Держать надо.
отошли все, диспелла дали. Растянитесь. Растянитесь. Еще дальше его. Все, убьете только духов. Меня даже диспелить не надо будет. Отлично. РДД по сферкам. На ком сферке отойдите влево-вправо, чтобы не в рейде стоять. Резона особенно. Зашли. Духа приоритет убить. Сражение прохил. Встали за спину к лечу. В синюю метку. В синюю метку сбежали все. Дал стан. Все бьют. Разбегайтесь. Из подвала пошли мелики все. Осквернение 4 секунды. Приготовились. Набрали рейндж. Эмобой. Дайте замедление по валькам. Именно замедление. Захиливайте на ФП, да? Сейчас по кольцу вставайте, будет осквернение и вальки одновременно. Сражение. Пошли в желтую метку. Желтый маркер. Осквернение 4 секунды приготовились. Ю-ю. Жнец. Джанг. Все, по вальку. Где две вальки? Сюда лечаю, иди. Быстрее. Осквернение не зайдите только. С центра все уходите. Сейчас сначала лужа, потом в центр возвращаемся. Побой, вернись к нам, пожалуйста. Хорош. Три секунды. С центра вышли. На мне. Возвращаемся. Быстрее вернулись. Звезду ставим. Звезду быстрее. Звезду быстрее. Фул ДПС повалит. Замедление АУЕ давайте. Это важно. Не только АУЕ, любые замедления. Выбежали с центра, с хода движения валик ушли мелики. РДД бьем. Осквернение секунды. Все дальше. Только просили же с хода валик не стоять. Да, не долетели нормально. Прохил. Эмобою дайте БР. Хорошо. А под следующий жнец по Юю зубы дайте. Звезду встали в ШП. Я заберу под жнец. Скашка, да. Вальки схватились, разбежались. Ушли с хода движения, валик ушли. Сейчас осквернение, секунда. Я отошли забрал пока. Все, уешим валик. Поднимите ее. Джипси на ХП читает, Джипси на ХП быстрее. Быстрее хилы не уроните себя, блять. Полинора подняет. Валик убить быстрее. Разбежались. Осквернение. Апокалипс. Вы чё делаете, а? Хуёво. Хуёво. Как же хуёво. Апокалипсис, блин. Да не только апокалипсис, там модом была это ещё. Это не вина апокалипсиса, на нем была метка, еще было 2 секунды у людей отбежать от него. А еще у него было время выбежать. Да у него было написано осквернение на мне, и он в центр бежал. Да-да-да, и плюс он когда потом вылетел, он выбежал из него и опять забежал.
Ну, по крайней мере, Валик, у меня не так сагрите, когда идти там будете. Посматривайте, блядь, бой сейчас не надо вешать. И быстрее там вставайте, резать и людей здесь привезти. Вальки сдох, потому что ты изначально хуёво пошёл. Так, у нас эрдруг вот эти приколы локовские можете делать только тогда, когда уверены, что вы не сдохнете. Чего, очевидно, не случилось. У нас джипси, эрдруг, всё. Что делаем? Я тоже всё. И Саня, уже минус 3. И ещё Марсес минус 4. На работу. Не, забейте уже. Все, Ро. Че, все, Ро? Да. Эх, жаль. Я не знаю, если у нас 20 человек есть, хоть пугов можно отобрать. Я типа не вижу в этом ничего плохого. Ты хочешь пугов?